Блокчейн сохранит и защитит данные учебных заведений. Как сообщает CoinDesk, Sony и IBM разработали новое решение для учебных заведений на технологии блокчейн для обмена и сохранения записей об успеваемости. Планируется, что продукт будет выпущен в следующем году. Согласно заявлению, Sony рассматривает в качестве пользователей как начальные, так и высшие учебные заведения. Президент Sony Global Education Масааки Исозу утверждает, что технология имеет потенциал во всех секторах, и образование не является исключением. Как отмечается в заявлении, Sony планирует продолжить исследования блокчейна для различных отраслей.